В актовом зале школы номер 42 нет свободных мест. 11-классники пришли на встречу с председателем городской думы. Для них такие открытые уроки – отличная возможность быть услышанными и заявить о своих вопросах и проблемах. Мы видимся с теми людьми, которые помогают решить наши проблемы, с теми людьми, кто делает наш город лучше. Мы видим в какой-то степени кумира, мы видим людей, которым стоит подражать, людей, у которых стоит учиться. Открытый урок в рамках программы «О тебе, моя Самара» в 42-й школе проходит не в первый раз. Участники встречи затрагивают проблемы благоустройства города, вопросы экологии, жилищно-коммунальной сферы и вопросы, касающиеся обучения в школе. Мы сегодня будем говорить о том, как город развивается, о том, как он преображается, и о тех планах, которые касаются конкретно железнодорожного района. Общение, оно всегда приятное, оно всегда полезное, вопросов очень много. И я думаю, что вместе, совместными усилиями, мы все-таки город Самару сделаем очень приятным, красивым и комфортным городом. Самые активные ребята школы входят в состав молодежного парламента железнодорожного района, участвуют в заседаниях городской думы и выступают в качестве организаторов самых разнообразных акций и программ. И теперь у них появилась возможность на благо нашего железнодорожного района реализовать свои программы. И они получат эту поддержку. То есть ребята верят в свои силы, и они верят в то, что наше государство может быть действительно лучшим и процветающим. Встреча со спикером городского парламента прошла в дружеской атмосфере. 11-классники получили ответы на все свои многочисленные вопросы. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.